Я говорю, низко левую руку держи. Время. Да, да. Вот, и правое это сразу. Левое накладывай сверху. Как левым боковым длинным, вот, помнишь, шагом таким? Вот, да. И прямой туда сразу. Да. Здесь сбоку прямой, здесь вита, вот тут. Вот боковым ты как бы руку его собьешь, понял? А прямой достанешь. Вот сбоку прямой, левым боковым ты как руку его чуть собьешь. Да, он тоже высоко держит, мешает. Ты как боковым чуть руку сбиваешь, да, а прямой ты должен доходить, шагом хорошим. Вот тут, да. Повтори, не держи правую руку. Вот, вот, да, повторяй чаще. Заставляй его бросать, да. Влево, влево, влево двигаться. Вот, вот. Вот влево, влево, то заходи. Длинный сбоку, правый прямой, да. Вот, вот, хорошо, длинный удар, шагом, да. Влево. Только влево с ударом, да. От левой, левой, правой пробей. Вот. Время. Влево, влево, да. Лево. Вот тут сбоку прямо. Где боковой? Где левый боковой? Левый сбоку вообще не бьешь практически. Вот сейчас еще повтори туда. Залазь туда прямо на него сбоку вот этим. Сверху. Вот тут. Еще только шагом с места опять бьешь.
Вот тут еще. Да, вода плотнее, да. Подшагивай. Сбоку прямо, у него передняя рука опущена. И добавь боковую эту длину. Вот, вот, повторяй. Вот переднее под туловище левый пока бьешь. Также покажи, только сбоку потом переведи сразу. И правую прямую в голову. Вот, вот, да. Только покажи первый. Влево. По диагонали влево. Опаздываешь на встречу. Время. Вот здесь только смотри, сразу встречаю. Отдай стыки лучше. Инициативу чуть пододай. Пусть он тебя потакует. Вот тут узко встретил. Вот здесь, да. Живот, да. И через живот, опять же. Также поработай серийно, Игорь. Еще там ты не мог не влажись, а серийно поработай. Тут встреча. Столько через руку правой. Как Иваныч что учил. Как Иваныч учил на переднюю руку. Через правую, через руку. Еще не отпускай, поработай тут. Право через ручку. Во. Вот сам такой же пропустил. Левую выше. Тридцать секунд.
Время. Хочешь положить пока, что ты идешь больше дыхания? Так он говорит, самолет, ты говоришь. Я те, кто думал, что Игорь у нас травмирован, побитый, поломанный, ошибается. Он выйдет, как же переломать. Кто так думает? Так что ждите продолжение. Игорь скоро покажет свой мастер-класс. Так что, короче, будущий соперник. Игорь тебя поломает. Юрий Горбенко обещает. Что-то отпрыгнуть, что рядом, там и будет, да, передняя все время. Вот тут что-то не встречаешь опять, вызываешь на себя. Левую руку выше. Время. Все там. Вот, закончился парень сессия. Подготовки Игоря Ляпина к очередному бою. У него следующий бой будет Кишинева 6 октября, правильно? Да. Кишинева, так что соперник, готовься, Игорь тебя побьет. А я ему в этом помогу. Так что бойтесь нас. Юрий Горбенко с вами. Спасибо. Так, будущий чемпион Игорь Ляпин. Болейте на него, он покажет вам класс. Чемпионы возвращаются. Игорь Ляпин готовится к очередному бою. Прыгает, доскакал, кидает, что-то и бросил. А я с ним прикол держу.